Предлагаю вам связать необычный узор на однофантурной вязальной машине с эффектом вязания пряжи разной толщины либо сменной плотности. Вязать удобно, так как раппорт узора 10 петель соответствует разметке на любой вязальной машине. Для комфортного вязания желательно иметь полный набор декеров от 1 до 6 игл, но можно обойтись имеющимися в комплекте машины трехугольными. Для удобства и чтобы не ошибаться, можно поставить метки на первых иглах раппорта. Начинаем узор одноигольным декером. Пересаживаем вторую петлю раппорта на первую иглу. Освободившуюся иглу ставим в рабочее положение. Так создается ажур. Провязываем 2 ряда. Далее выполняем пересадки, сдвигая на один шаг влево петли двухигольным декером, затем трехигольным, четырехигольным, пятиигольным. Не забывайте каждый раз провязывать 2 ряда. Завершаем шестиигольным декером, либо 2 раза переносим петли трехигольным декером. Мы получили рельефный уголок. И теперь ориентиром служит 10-я игла, имеющая ажур. Продолжаем выполнять пересадки, создавая ажур на 10-й игле раппорта при помощи декеров на 5 игл, 4 иглы, 3 иглы, 2 иглы и завершаем раппорт пересадкой 9-й петли на 10-ю иглу. Получили вертикальную дорожку ажуров. На средних иглах можно выполнить простое перевитие петель, косу для создания более рельефного вида полотна.